Есть страны, которые много лет боролись за свою независимость и в конце-то концов ее получали. В плане новейшей истории, Ист Тимор, много лет многие не верили, Эритрея, можно привести массу других примеров. А если вы посмотрите на карту Европы, карту бывшего Советского Союза, то вы увидите, что произошло, как много новых государств сегодня на этой политической карте существует. Я могу привести гораздо больше примеров. Так что не думайте, что раз сейчас Нагорно-Карабахская республика не признана, то это означает, что она не будет признана никогда.